от жителя нашего оккупированного государства, орфография и пунктуация автора сохранены. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. В Аллахе в Чечне жить очень тяжело и опасно для простых людей, которые ничем плохим не занимаются, если даже ты не критикуешь этот кафировский власть. Каждый день и ночь думаешь, что за тобой придут и заберут тебя и родственников. Каждый вечер думаешь закрыть дверь на замок или оставить как есть, чтоб дверь не сломали. Это пишет самый простой житель республики. Как же все это надоело, клянусь Аллахом, хочется, чтоб война началась, что ли, чтоб побыстрее все закончилось. Слышал, что люди перед концом света будут завидовать мертвым, это время пришло. При войне мы ждали, вот-вот ракета или снаряд какой-нибудь российский залетит в дом. Теперь после этого ничего не изменилось, теперь мы ждем, вот-вот завалятся в дом, сломают двери из-за какого-нибудь рисунка или правила дорожного движения или не так посмотрел. Пусть Аллах избавит нас от этого кафировского режима. Аллаха, Сиханс, Харбаха, Керстедл, Дадукхила, Хокхчур, Валлахи, Хокх, Нахчичур, Даваха, Нашвектхола, Сто раз Холи, Маву Аллаха, Ходойла, Бусултнахан.